Всем привет, друзья! Итак, выехали мы протестировать наши снасти на хищника, именно на живца. Вот, ну для начала давайте наловим сейчас живца. Здесь я закину две снасти и немножко дальше там еще есть одно место. И там забросим две снасти. Вот и все. И будем ждать, что оно покажет. Так что, друзья, лайк под видео. Ни хвоста нам, ни чешуи. Вперед!
друзья, поймали. Поймали красавицу. Смотрите. Блин, пришлось в воду залазить, потому что я здесь был в камышах, ее не вытащил. Вода холодная. Капец. Ух. Ух. Ох, рабочая наша снасть, смотрите, ух ты. Аккуратно тут, зубы такие острые. Да, пришлось залазить в воду. Так бы ее не вытащил бы. Красавец! Ну что, друзья, главное, что наша снасть рабочая. Вот. Все на месте, как видим. Ничего не оборвало. Давайте, буду я сворачиваться. Сейчас еще сходим на то первое место, посмотрим. Что там? Свернем там все. Вот, еще эту сверну слева. Так, справа сработало, отлично. Друзья, все на месте. Все на месте. Так, ну что, сворачиваем. Ну ничего, поборолись, хорошо поборолся с ней. Ну что, друзья, буду я топать потихоньку. Как видите, оснасточка себя очень хорошо показала. На нее можно рыбачить, как и на пруду, и на озере, и на речке, и на водохранилищах, то есть без разницы. Очень компактная, кинули в рюкзак, вот, поймали живца, и все, пожалуйста. Так что, друзья, я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи. В рыбалке вам желаю ни хвоста, ни чешуи, а удачи на даче.